Так, вот он МКС. Прямо надо мной. Ой. Да. Почему-то не получилось у меня на ИСО-125 его поймать. Это ИСО-400. Но 6 марта 2021 год, Харьков, конечно, совсем. Ну ладно, сейчас переключусь. Это я пытаюсь еще и на ходу резкость. Ну, только видно, он 100 метров размером. Да, ИСО-400, конечно, не то. Солнечные панели практически не видны. На ИСО-125 у меня получилось его подловить. Вот он в тень уже земли уходит, тускнеет. Ну что ж, по крайней мере, очень странно, что я его... Ну, все-таки есть облака. Может быть, поэтому я наш МКС не поймал на ИСО-125, а это, конечно, просто засвет и все. Ну хорошо. Так, уменьшаем выдержку. Смотрим на Луну. Хорошо хоть так. Первый более-менее. Удачный случай фиксации МКС. Что ж такое? 125 ИСО, конечно, это жаль. Надо. Ну хорошо, через полтора часика будет еще. Пролет не такой долгий, к сожалению, но Луну на ИСО-400 я снимать не буду, наверное. И сниму сейчас на ИСО-125. А МКС потом попытаемся через часик зафиксировать. Такая знатная погодка впервые. Зависит от жутко туманный сезон, пасмурный. Ха, а вон овальный кратер, который я вчера видел. Вот он наш красавец.
Ладно, сейчас переключаемся на дубль. Второй, третий. И ISO 125. Поснимаем луну. 19.11 по Киеву в Харькове. Какое 26 марта 2021 год. МКС зафиксировали. Не так хорошо, как хотелось бы, но бывало и получше. Наверное, ссылочку оставлю на видео, где получались тут кадры хорошие с МКС с солнечными панелями. Ладно.